Наш фильм, как вы уже догадались, о волейболе. Об одной из самых популярных на Земле спортивных игр. Но прежде чем перейти непосредственно к предмету нашего разговора, давайте познакомимся с той страной, которая гостеприимно приняла участников 6-го чемпионата мира по волейболу среди мужчин. На берегу полноводного Дуная раскинулся огромный красивый город. Это Братислава, административный, культурный, промышленный центр Словакии. Братислава второй по значению город Чехословацкой социалистической республики. Улицы его то и дело выводят нас на многочисленные площади с зелеными веселыми скверками, на бульвары, где всегда оживленно и празднично. Старая Братислава с ее кривыми, узкими улочками, в которых ютилась беднота, ушла в прошлое. Здесь построено и строится много новых жилых домов, школ, клубов. Команды участницы первенства мира 1966 года были разбиты на 4 подгруппы. Первая из них играла в Праге, третья в чешские Будовице, четвертая поехала в ее главу, а вторая подгруппа, в которой оказалась сборная Советского Союза, направилась через Братиславу в город Нитра. Маленькая Нитра уже была готова встретить гостей. Эмблема чемпионата стала привычным элементом городского пейзажа. Жители этого городка с интересом ожидали начала состязаний. Многим из них впервые представилась возможность увидеть игру лучших команд мира. Нитра – древний город. Прошлое и настоящее города, история и современность здесь соседствуют рядом. Вы можете увидеть великолепные памятники старины и легкие современные здания из стекла и бетона. Это целый комплекс спортивных площадок и подсобных помещений. Советские волейболисты в центре внимания чехословацких любителей спорта. Каждому хочется приобрести автограф у чемпионов мира. В Нитру приехало много туристов из нашей страны, ведущих тренеров и специалистов волейбола. Сюда прибыли вице-президенты Международной федерации волейбола Владимир Савин, председатель Федерации волейбола Советского Союза Анатолий Седов, тренеры Евгений Алексеев, Гиви Ахвледиани, Михаил Амалин, чьи имена тесно связаны с развитием советского волейбола. Сборная команда образца 1966 года претерпела значительные изменения за 2 года, прошедшие после Олимпийских игр. Из токийской команды в сборной осталось 6 игроков. Вторая половина – это игроки, призванные в сборную впервые. Тренеры команды Юрий Клещев и Николай Михеев взяли курс на резкое омоложение состава. В
Предварительные игры чемпионата начались для советской сборной не совсем удачно. В первом поединке с волейболистами из Соединенных Штатов Америки наша команда проигрывает одну партию. Общий счет 3-1. Следующая встреча с волейболистами острова Свободы. На площадку выходят сборные Советского Союза и Кубы. Встреча с Соединенными Штатами Америки. Из бар играют сборные Кубы, американские волейболисты. Причем кубинцы заставили изрядно поволноваться своих соперников. Первую партию выиграли спортсмены острова Свободы. И только почувствовав реальную угрозу поражения, американцы ценой больших усилий победили в этой встрече со счетом 3-1. Итак, четвертый тур. На площадке сборные Германской Демократической Республики и Советского Союза. Волейболисты ГДР, одержав победу над спортсменами Венгрии, уже обеспечили себе выход в финал. Спор шел за очки, которые будут учтены в финальной части чемпионата. Команды вышли в своих боевых составах. Сборная Советского Союза – Венгеровский, Бугаенко, Воскобойников, Поярков, Лапинский, Кравченко. В команде ГДР играют Шнайдер, Шарга, Вебнер, Гусненк, Шульц и Фрайвальд. Накануне этого матча тренер сборной Германской Демократической Республики Герберт Энтер напомнил журналистам, что за последнее время немецкие волейболисты не раз побеждали советских волейболистов в товарищеских матчах и регулярно проигрывали в официальных. На этот раз, сказал Энтер, мы намерены поломать традицию. Однако исход матча опрокинул все прогнозы. 58 минут понадобилось советским спортсменам, чтобы обыграть своих соперников со счетом 3-0. Вот что написал сразу после матча Братиславская газета «Вечерник». За последние 4 года сборная Советского Союза никогда еще не играла так хорошо, как в матче с ГДР. Разбор этой игры вполне удовлетворил тренеров и игроков. Итак, первая половина дистанции волейбольного марафона успешно преодолена. Победители подгруппы направляются в Прагу, где состоятся финальные матчи сильнейших 8 команд мира. Право продолжать борьбу за золотые медали завоевали волейболисты Чехословакии, Югославии, Германской Демократической Республики, Советского Союза, Болгарии, Польши, Японии и Румынии. Вместе с командой Советского Союза в Прагу выехала и группа советских туристов. От Братиславы до самой Праги не замолкали в поезде гитара и песни. А вот и Злата Прага. Мы поняли, почему Прага зовется Златой. Народ вложил в это слово всю любовь к своей столице. Особенно красиво она по утрам. В этом своеобразном городе строгая готика смягчается причудливыми лепными орнаментами,
просторными арками, живописными купами деревьев. Узкие извилистые улочки старого города и новые широкие проспекты. Все это производит неизгладимое впечатление даже на тех, кто приезжает в Прагу не в первый раз. Столица Чехословакии не случайно выбрана местом проведения 6-го чемпионата мира по волейболу. У наших чехословацких друзей немало заслуг в развитии этого замечательного вида спорта. Достаточно сказать, что первый в истории волейбола чемпионат мира состоялся в Праге в 1949 году. Победителями его стали советские спортсмены. После футбола волейбол в Чехословакии – спорт номер два. Итак, на площадке основные претенденты на золотые медали – сборная Чехословакии и Советского Союза. Используя свое право хозяев чемпионата, волейболисты Чехословакии в первый день финала вызвали на дуэль советскую сборную. Игру начали Воскобойников, Поярков, Лапинский, Кравченко, Бугаенко, Венгеровский. В команде Чехословакии Шмидл, Коп, Голян, Шенк, Коуделка и Мусил. В первой партии повели чемпионы мира 4-0. Затем счет становится 4-4. И снова 3 очка выигрывает советская сборная 7-4. Наши ребята играют неровно, допускают много ошибок, а противники действуют очень хладнокровно и расчетливо. Волейболисты Чехословакии выигрывают подряд 10 очков. Им достаточно завоевать еще одно очко, чтобы закончить партию. Однако ценой неимоверных усилий советская сборная догоняет соперника и выигрывает партию со счетом 16-14. Уже в первой партии стало ясно, что в советской команде не все благополучно. Нападение явно не справлялись со своей задачей, проигрывали игру над сеткой. Основные нападающие команды Кравченко, Бугаенко, Лапинский были наглухо закрыты блоком. Не на высоте оказались и связующие линии. Поярков и Венгеровский не обеспечили своих нападающих точной передачей на удар. Отказавших от сильных боковых подач, советские спортсмены тем самым облегчили задачу своим противникам. Юрий Клещев использовал все перерывы в этой встрече, чтобы указать игрокам на их ошибки. Но команда потеряла себя, сникла и по существу прекратила борьбу. Во второй и третьей партиях чехословацкие волейболисты побеждают с результатом 15-12 и 15-9. У хозяев чемпионата отлично действует ветеран команды, 34-летний Йозеф Мусил. Безукоризненно играет молодой Коуделка. Мощно атакует опытный Шенк. Лишь в четвертой партии чемпионы мира блеснули отличной игрой и победили со счетом 15-6. Но, к сожалению, это оказалось только кратковременной вспышкой. В пятой решающей партии хозяева поля разгромили чемпионов мира. Советским волейболистам удалось набрать в пятом сете, в пятой партии, всего 4 очка. Впервые за многие годы советские волейболисты потерпели столь разгромное поражение. 12 тысяч парижан приветствовали успех своего любимой команды. Питомцы Вацлава Матяшика сделали серьезную заявку на первое место. На следующий день обычный анализ матча, подготовка к следующему. Ведь еще не все потеряно, каждой команде надо сыграть 5 матчей, и никто не застрахован от поражения. Однако настроение у ребят невеселое. Вечером советская сборная со счетом 3-1 нанесла поражение команде Югославии. Большой интерес у зрителей вызывали встречи с участием японской команды.
Японцы демонстрировали на чемпионате так называемый азиатский стиль игры. Волейбол быстрый, техничный, комбинационный. Сборная Япония представляла опасность для любого участника финала. Вы видите встречу между командами Польши и Японии. В первой партии японцы запутали блокирующих игроков сборной Польши и победили со счетом 15-12. Однако во второй партии польским волейболистам удалось сравнять счет. И снова японцы вырываются вперед. Они дружно обороняются на задней линии, изобретательно атакуют. Если мяч у японской команды, то неизвестно, откуда последуют удары, кто из игроков будет бить по мячу. В третьей партии японцы отдали лишь 7 очков своим противникам. При общем высоком классе японской команде есть у нее еще ряд недостатков. Японцы быстро устают и зачастую пасуют в напряженных и трудных ситуациях. Все это отражается на стабильности результатов команды, поэтому сборная Польши, выиграв две последние партии, сумела со счетом 3-2 победить спортсменов страны восходящего солнца. День после победы над советской сборной хозяева чемпионата встречались с командой Румынии. Команда Чехословакии в первой партии выглядела так: Голиан, Шенк, Оуделка, Мусил, Грозл и Коп. В команде Румынии играли Гангу, Гордиану, Удиштеану, Дрэгон, Дерзей, Шрайбер. Всю первую партию в счете ведут хозяева поля. Ошибаются они очень редко. Рискованные комбинации волейболисты Чехословакии разыгрывают только в том случае, если они владеют подачей. Тогда проиграть можно только лишь подачу, а не очко. Аккуратная и размеренная игра – один из козырей хозяев чемпионата. У команды Чехословакии есть еще один сильный козырь – четкий групповой блок. Особенно надежно играет на блоке Шенк. Румынским нападающим очень редко удавалось пробиться сквозь частокол рук, который вырастал над сеткой. Тогда волейболисты Румынии несколько изменили свою тактику. Они стали атаковать тылы противника не сильными ударами поверх блока. И эта тактика не принесла им успеха. Дело в том, что в умении играть на задней линии чехословацкие волейболисты не знают себе равных. Особенно впечатляла игра в защите Йозефа Мусила. Кажется, что Мусил заранее знает, когда и куда будет нанесен удар. Сборная Чехословакии выиграла в Румынии со счетом 3-1, а сейчас, вы видите, на площадке играют команды Япония и Германская Демократическая Республика. Эти две команды в равной мере претендовали на места призовой тройки.
В этом матче встретились два полярных волейбола. Японский стиль – это низкие быстрые передачи, комбинации, экспромты. Наверное, нет больше тактики в волейболе, которая настолько сильно отличалась бы от этой, чем тактика сборной Германской Демократической Республики. Немецкие волейболисты предпочитают атаки с высоких передач. На старте чемпионата сборная Германской Демократической Республики играла посредственно. Свободное от игры время участники чемпионата посвящали знакомству с Прагой. За свое более чем тысячелетнее существование Прага превратилась в совершенно неповторимый по красоте огромный городской ансамбль. Процесс производства мороженого в Праге несколько другой, чем в Москве. Величием поражает нас Пражский Кремль с собором Святого Вита и дворцом резиденции президента. В столице всегда много людей. Личный штандарт президента полощется на ветру. Значит, президент дома, у себя во дворце. Замечательные творения древних зодчих до сего времени остаются непревзойденными образцами архитектурного искусства. В центре старого города находится Староместская площадь с памятником Яну Гусу, ратушей и уникальными часами. Их создал в 15 веке профессор Карлова университета и механик Гануш. Часы на башне имеют в диаметре около 2 метров. Над ними сделано небольшое окошечко. Всякий раз, когда часы звонят, открывается окошечко, и в нем проходит процессия 12 апостолов. Рядом с циферблатом часов стоит скелет, олицетворяющий беспощадное время. Католическая церковь стремилась, видимо, подчеркнуть бренность всего живого. Но как бы в насмешку над смертью, здесь происходит самый жизнеутверждающий обряд – обручение молодоженов. В Чехословакии этот праздничный ритуал очень красивый. Молодым супругам на всю жизнь запомнится этот день, ратуша, бой часов и 12 апостолов. Друзья позаботились обо всем. Пожалуйста, в лимузин образца 30-х годов. Пражане питают слабость к автомобилям древних марок. И на улице часто можно увидеть колымагу с грохочущим мотором, которая с успехом могла бы украсить любой национальный музей. Нет, пожалуй, ни одного иностранца, который, приехав в Прагу, не выпил бы знаменитого чешского пива. Не посетил бы знаменитый пивоварий у Флеков, основанный в 1459 году.
Самое удивительное в этой пивной – это атмосфера дружеского уюта, сохраняющаяся столетиями. Примерно в 3 часах езды от Праги расположен известный во всем мире курорт Карлова Вара. Раньше сюда приезжали коронованные и титулованные особы со всех стран Европы. Теперь Карлова Вара в подлинном смысле слова народный курорт. Здесь развернулась большая лечебная работа, серьезно изучаются целебные свойства источников. С каждым годом растет количество приезжающих. Карлова Вара становится международной здравницей трудящихся. Карлова Вара прославлены именами великих людей, в разное время побывавших на этом курорте. Кругом памятники, перед которыми невольно склоняешь голову. Здесь были Шиллер, Гёте, Ленин. В Карловых Варах есть музей Карла Маркса. Основоположник научного коммунизма жил и работал здесь в 1874, 75, 76 годах. В нескольких комнатах собраны документы о пребывании его в Карловых Варах. Фотокопии страниц второго тома «Капитала», над которыми Маркс работал в то время, отрывки из его сочинений, напечатанные в пражских изданиях в 1878 году. За последнее пятилетие в домах отдыха и санаториях Чехословакии побывало около 4 миллионов человек, то есть каждый четвертый гражданин республики. Если учесть, что курортное лечение, так же, как и проезд в санатории, предоставляется бесплатно, и срок лечения не входит в очередной отпуск, то можно себе представить, что дала народная власть населению страны только в области здравоохранения. Мы снова возвращаемся в Злату Прагу, где продолжается 6-й чемпионат мира по волейболу. Встречи проходят в том же спортгале, расположенном в парке культуры и отдыха имени Юлиуса Фучика. Многие из болельщиков, прежде чем занять свои места на трибунах стадиона, совершают интенсивную разминку. Вот на таких необычных снарядах. Чтобы стать чемпионами мира раньше, чем закончится соревнование, сборной Чехословакии необходимо было в предпоследнем туре взять верх в споре с волейболистами Германской Демократической Республики. А перед этой встречей сборная Германской Демократической Республики победила японскую со счетом 3-2. Задачу эту легкой назвать нельзя. Команда ГДР играет на финише сильно и уверенно. В первой партии вперед выходит сборная ГДР. Счет 10-3, 12-5.
в матче равных такое преимущество почти всегда бывает решающим. Однако кандидат в чемпионы проявил незаурядную выдержку. Несколько раз подача переходит от одной команды к другой. Наконец, хозяевам поля удается отыграть очко. Они постепенно догоняют противника. Счет становится 13-13, и волейболисты ГДР дрогнули. Как и в лучших своих матчах, сборная Чехословакии действовала аккуратно, строго соблюдала игровую дисциплину. Победив соперника со счетом 3-1, питомцы тренера Вацлава Матяшика завоевали золотые медали чемпионов мира, независимо от исхода последней встречи с командой Японии. Итак, сборная Чехословакии повторила успех десятилетней давности, когда в 1956 году в Париже она впервые была удостоена почетного титула. Перед началом матча Советский Союз-Польша два места на пьедестале победителей уже были заняты волейболистами Чехословакии и Румынии. Победа над поляками давала сборной Советского Союза третье место и бронзовые медали, а поражение отбрасывало на пятое или даже на шестое место. Команда играла последний матч чемпионата без Воскобойникова, получившего накануне травму. Его заменил Кочерава. Первую партию выигрывает советская сборная 15-13. Спокойно и хладнокровно действует на площадке Иван Бугаенко. Его уверенность передается партнерам. Самоотверженные броски Юрия Венгеровского вызывают бурное одобрение зрителей. Вторая партия также наша, 15-11. Из-за ошибок Иванова и Сауранбаева проиграна третья партия. Но это последний успех польской команды. Сборная команда Советского Союза закончила свои выступления на шестом чемпионате мира и заняла третье призовое место. Свой последний матч с командой Японии хозяева поля проводили уже в ранге чемпионов. Результат этой встречи не имел никакого значения для соперников. Но, тем не менее, обе команды стремились к победе. Чемпионам мира, конечно, не хотелось проигрывать свой первый официальный поединок. А для японцев было почетно нанести первое поражение чемпиону мира. В равной борьбе дало себя знать нервное напряжение, которое испытали в предыдущих матчах волейболисты Чехословакии. После четырех партий счет был 2-2. We'll be right back.
партия, а с ней победа досталась японцам. Последний день чемпионата завершился торжественным церемониалом всех команд участниц финала. Парад спортсменов вылился в настоящий апофеоз дружбы молодежи разных стран. Президент Международной федерации волейбола Пол Либо вручает золотые, серебряные и бронзовые медали. Их завоевали команды Чехословакии, Румынии и Советского Союза. Социалистические страны по-прежнему удерживают лидирующие позиции в мировом волейболе. Впереди чемпионат Европы в Стамбуле, впереди Мехико, Олимпийские игры. Нас хледа нову Прага!